Метель надвигается на Владимирскую область. По прогнозам синоптиков, завьюжить может с утра четверга, и такая погода продержится до вечера. На отдельных участках дорог возможны снежные заносы. Спасатели предупреждают, ухудшение погодных условий повышает риски возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможно увеличение количества ДТП, обрыв линии электропередачи связи. Также не исключено падение слабо укрепленных конструкций, отключение электричества. Жители просят соблюдать правила маневрирования на дорогах, не оставлять личный транспорт под рекламными щитами и деревьями.